Привет всем, дорогие друзья! Представляю вам одно из любимых лакомств в семье. Это черемша в соусе. Она очень хорошо идет как дополнение и к макаронам, и к картошечке, и к булгуру, и к гречечке. Итак, мы черемшу хорошо вымыли. Теперь мы черемшу режем довольно-таки крупно. На самом деле, дорогие друзья, это блюдо у меня не успевает долежаться, пока я приготовлю макароны или еще что-то. Муж его ест ложками, приходится его убирать подальше, пока не приготовлю макароны или еще что-то. Ну, самое вкусное с макаронами, мне кажется. Итак, теперь отправляем его жариться, включаем сильный огонь, наливаем на сковородочку растительное масло. И жарим. Солим по вкусу. И добавляем стакан сливок. Накрываем крышкой. И ставим на медленный огонь. Добавляем ложку сметаны после закипания. И 3 ложки томата. Еще раз хорошо пробуем на соль. На медленный опять огонь под крышечку. Вот он уже у нас загустел. Ароматный, вкусный соус. Готовьте на здоровье, дорогие друзья. Черемша — это ценнейший, полезный продукт весенний. Свежая черемша в пакете может храниться в холодильнике очень долго, полмесяца даже где-то. Поэтому покупайте, кушайте, готовьте. Всем пока-пока!